модуль Омега, называется общая схема работы, где мы соберем в единую систему все, что было изучено в академии. Тоже, да, вот ребята, которые со мной работают, настаивали на том, что это нужно отдельным модулем сделать. И, собственно говоря, я подумал, что да, действительно, так оно и есть. Стоит его сделать отдельным. То есть просто пояснить, что все те вещи, которые мы изучаем, это не отдельные какие-то там, да, схемки, не отдельные какие-то подходы, вырванные из контекста. Это не какая-то там эклектика, где мы просто собрали в ведро, там, все, что Олег Матвеев когда-то изучал и практиковал. Нет, в этом есть абсолютно четкая прозрачная система. Да, можно по ней даже пройтись. Модуль альфа, вводно-ознакомительный, основная система понятий, 5 точек баланса, базовые принципы функционирования психики человека, ясное пространство, это вот навык пространства, работа со множественными состояниями, краткосрочная эмоциональная терапия, простая техника отработки вот любых эмоциональных состояний, ступени ясности, это дефрагментация, как мы уже говорили, 5 точек движения – это коучинговый модуль про достижение цели. Модуль 6 – депрограммирование глубинных травм и сознаний, и состояний. Да, это вот работа с травмами, которые могут вылезать, чтобы у вас такой инструмент был. И 7 такой, да, модуль – это системное моделирование. Это вот как раз наиболее свободный метод, который дает нам возможность работать в так называемом фристайле. Да. Как раз вот в модуле Омега я буду показывать, что общая схема работы, по большому счету, если вы правильно сделали все там все практики, все это освоили, да, прошли супервизию, то вы очень легко сможете это соединить в некую стандартную модель такого свободного интерактивного стиля работы, да, фристайл, где все техники всех модулей Маяк сочетаются. То есть вы видите, что общая схема работы, когда вы владеете системным моделированием, чистым языком, она очень легко складывается, особенно если вы уже отпрактиковали все предыдущие техники. И вы вот эту вот технику фристайла очень легко сложите воедино, что называется.